В Баку прошло открытое юношеское первенство Азербайджана по тяжелой атлетике. На турнир приехали спортсмены практически со всех регионов страны. Тяжелая атлетика – один из ведущих видов спорта в республике. Азербайджанские спортсмены успешно выступают и на международной арене. Буквально на днях юношеская сборная страны привезла из Молдовы, где проходил чемпионат Европы, 16 медалей, 8 из которых золотые. Задача нынешнего первенства республики – привлечь молодежь заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне. На таких первенствах мы, можно сказать, проводим смотр. Проверяем, кого можно задействовать в более престижных соревнованиях. В первую очередь это чемпионат страны. А те спортсмены, которые там успешно выступят, могут рассчитывать на попадание в сборную и участие в международных турнирах. В сентябре азербайджанские тяжелоатлеты отправятся на чемпионат мира в Саудовскую Аравию, где поборются за лицензию на летние Олимпийские игры в Париже.